Команда ТОВ «Чотири лапи Україна» вже декілька днів працює у Смілі. Ця благодійна організація є представником Міжнародної організації захисту тварин – Paw Paws International. Вони працюватимуть над зменшенням популяції безпритульних тварин у нашому місті. Єдиним прийнятним і дієвим рішенням в цьому питанні є стерилізація. Спеціально навчені ловці присипляють тварин і перевозять їх до місця, де знаходиться перетримка. Така духова трубка видувається за счет легких. Наших непосредственно. Как индейцы. Вот. Оно бесшумное является, и собака не понимает, откуда вылетает шприц. Потому что если будет хлопок, собака будет все равно пугаться, да, и будет убегать, либо пригибаться. Это шприц-транквилизатор. Вот. Он работает под давлением, здесь наливается снотворное. Когда попадает шприц в собаку, резинка слазит, и лекарство через эти отверстия выбрызгивается уже вовнутрь животного. И все. И это буквально происходит доли секунды. Даже если шприц выпал, ничего страшного, лекарство уже в ней, и собака уже, соответственно, продолжает там идти или ляжет где-то отдыхать и засыпает. Ну, это швидко она засынает. Все зависит, опять-таки, от иммунитета животного, от ее характера, психики ее. То есть сегодня, допустим, сложновато было, потому что не хотели спать. Вот. Они были не социализированы, эти животные, на рынке, там, на вокзале Шевченко, да. То есть трудновато засыпали, трудновато. Наразі із цього місця скупчення собак волонтери вже забрали дівчат. Сьогодні на них чекає операція, вже завтра, твердять, тварин можна повернути в їх звичне місце проживання. Де безпритульні собаки мешкають і які з них потребують стерилізації, показують місцеві жінки-волонтери. Твердять, така допомога від благодійного фонду – це для Сміли прорив. Адже велику кількість чотирилапих безхатченків відзначають і представники благодійної організації. Тут дуже трудна ситуація з бездомними животними, непосредственно з собаками. Они объединяются в стаи, течки и так далее, то есть нападают на людей. Ну, и здесь работа никакая не проводится по стерилизации, гуманной стерилизации. Вот, и мы приехали помочь вашему городу хотя бы хоть какую-то, скажем так, лепту внести, чтобы меньше стало животных на улицах города. Гуманная стерилизация, она подразумевает собой это... Если собака ручная, скажем так, ну, социализирована, то она берется руками. Мы ее подзываем, мы ее подкармливаем, мы ее берем на ручки и садим в клеточку. Если же собака не социализирована, то есть она не тактильная, она не дает в руки, погладить себя не дает, то мы применяем снотворное. Вот. Чем оно гуманно? Тем, что по сравнению с другими методами, такие как петля, сеткомет, сетки и так далее, потому что меньше стресса. То есть она укольчик себе получила и побежала дальше по своим делам, мы за ней проследили, она заснула и уже очутилась в клинике, уже, соответственно, после операции и все, то есть и уже на следующий день на выпуск. То есть меньше всего к ней прикасаются. Да, у нас мобильная наша клиника на базе автомобиля, автобус Рено. Вот, она полностью оборудована, там есть и горячая вода, там есть операционный стол, там есть свет, то есть все полностью, шкафчики, тумбочки, все для медикаментов, полностью вся оборудована под нашу работу. И там ей перетримка? Нет, передержка всегда обычно дает нам город, помещение. Мы просим всегда, чтобы было теплое, потому что после операции у животного падает температура тела. Если еще окружающая среда холодная, то это не есть хорошо для самого животного. То есть наносит вред этому животному, которое прооперировано. Сейчас у нас очень теплое помещение, там отапливаем оно, и животные переносят очень легко операцию. За счет того, что очень маленький разрез, они выпускаются на следующие сутки утром на место, где их отловили. Я так розумію, вам допомагають волонтери смілянські, координують ваші дії? Да, так как мы не местные в городе, мы не знаем расположение, и тут есть собачки, которые были стерилизованы просто людьми или волонтерами за волонтерские деньги, и врачи предыдущие, которые стерилизовали, они подцепили клипсы на ухо собаки, которые не подходят для этого животного, то есть они больше для свиней, и ухо у собаки начинало загнивать, и волонтеры посрезали, и есть многие собаки здесь бегают, они стерилизованы, но опознавательных знаков на них нет. Вот. И поэтому волонтеры показывают, каких надо ловить, каких не надо. Потому что если мы будем ловить сами, мы можем попасть на собаку стерилизованную. Это лишний стресс, это лишний опять будет разрезать собаку. То есть, ну, это не есть хорошо. Поэтому мы всегда заработаем с волонтерами, чтобы они помогали нам и координировали местоположение животных. А вы тоже будете залишать клипсы?
Да, конечно, у нас клипсы идут специально, они больше не для собак, они как, ну, для овец, но они маленькие. И там маленькая пробивается, ну, то есть дырочка, отверстие, и оно не загнивает ухо. Оно свободно гуляет, потому что для свиней они там идут как шляпки. Вот, и оно не попадает туда кислород, то есть оно все это вот загнивает, и ухо начинает болеть у животного. Поэтому волонтеры отрезают. А у нас свободная клипса, которая просто, ну, обрастает. І все, тобто вона не гніє, заживає і все добре. Команда з 5 осіб від ТОВ «Чотирилапи Україна» буде працювати у Смілі до 19 березня. За цей час планують простерилізувати до 100 смілянських собак-безхатченків.